Господи, боже мой! У-ху! Как же это круто! Никогда не подумал. Ай! Кайф! Как давно вы работаете? 2-й год. Друзья! Люблю! Мы белорусы, мирные, да, мирные люди, мирные, да, сердцем отданные родной земли. Смотреть это круто. У-ху-ху-ху. Это очень круто. Как вас зовут? Георгий. Замечательное имя. Прямо под сторону. Меня Федя. Взаимно. Посмотрите, какие овцы! Боже, как же круто! Я боюсь, я больше ничему восхищаться не смогу в Грузии. После вот такого! А-ху! Ой! Ребята, я ног не чувствую. Все такие эмоциональные или только я? Ну, бывает и да, еще больше эмоциональные. Как же красиво! Просто вау! А я видел еще вот правее, вот прям на склоне летали где? Люди. Где, вот там? Да. Ну да, разные компании. Да. А-а-а. То есть тут еще по-разному тебя могут запустить? Ну да, там сейчас, когда летаешь, там каньон съезжают. База у нас еще всех, и получается там, а ты летаешь, и поднимаешься в каньон. Вы каждый раз сами ловите кайф, небось? Ну да, конечно. Надо ловить термики, чтобы подняться. Просто ноги, руки дрожат. Но это вот возбуждение, это радость, счастье. Я был вчера на зиплайне. Зиплайн — вещь веселая. Особенно, когда ты понимаешь, что тормозить тебя будут в самом конце. А... здесь просто великолепно. Так, на пустыне Фродо. Мордор там. Просто восторг. Прям ускал летят люди. Просто. Поразительно. Ни копейки не жалею. Знакомая фраза, да? Да, да. Да. Что вы на это платите? Что вы платите? Я не знаю, насколько.
насколько мощная GoPro камера, но если она заснимет полностью то, что я сейчас вижу, это будет вау. Ведьмак отдыхает. Грузия. Любовь моя. Вы не поверите, это только третий день. Да, о. Третий день в Грузии, а я уже не знаю, чему еще восхищаться. Камера, снимай, мы с этим домой поедем. Это великолепно. 6 минут 32 секунды счастья. Так, а мы вообще откуда прилетели? Дышать, омолаживаешься. Я очень молодой, мне 15 лет, чувствую себя на 10. Все, кто будут это видеть, советую. Просто всем. Боже, как с такой красотой можно жить? Я как понимаю, вы грузин вот от полностью по корням. Я здесь живу. Неподалеку, где-то 5 километров ближе. В каньоне, что ли? Нет, куда уже есть население. Ага. Если уже есть население, дальше. Вы, если чего страшное будет случаться, вы кричите. Ну, я вас поддержу. Что ты говоришь? Да. Ну как тут не бояться? Тут, если бы не вся эта страховка, я был бы лепешкой очень давно. Но у меня запасной парашют. Не боюсь, брат. Садиться и тоже поднять ноги выше. Вот так. Хорошо, вот, да? Еще выше, как сможешь. Да, вот так, все. Когда я скажу, поднимай ноги. И я постараюсь. Вах. Вах-вах, не который вах-бах, а который вах-вах. Очень люблю грузинов. Вот, три дня, вот просто обожаю этих людей. В какой еще стране приедешь, а тебя встретят как дома? У меня такое чувство, что я сбежавший 15 лет грузин. А, восторг. Честно говоря, думаю, что в глаза будет просто бить страшный воздух, который вот их срывает практически. Да. Я ошибался! Орел дорогой, прилетай к нам, мы тебя покормим. Ну, не хочешь, как хочешь. Так, а приземляться мы будем чуть-чуть в стороне от базы, нет? Вот, видишь? Ага, вижу. А, спасибо, Георгий. Просто
Грузии, прилетайте, приезжайте в Грузию. Садитесь на параплан в Казбеге и катайтесь в свое время. Не пожалеете ни о секунде. А если пожалеете, не место вам в Грузии. Что-то с чем-то. О, господи. Я человек не сильно религиозный. Сейчас начну молиться. Что, какую песню будем петь? Ну, какую знаю. А какую знаю? Я грузинский слабо знаю. Набивайте. Посмотрите, орел гордый птица! Маглова. Эти мелкие людишки, что они там?